Всем здорово. Итак, сегодня такой ролик для олдов, то есть для моих старых подписчиков, ну либо тех, кто не так давно смотрел мой отдельный плейлист про королевского оленя. Кто не видел, посмотрите, там много роликов, то есть про чувака, который потратил, но я не буду сейчас говорить, вы лучше посмотрите, кто не видел, не пожалеете. Вот. Ну и меня периодически все-таки люди спрашивают, ну и что там он сейчас, что там, что вообще, как история развивалась. Вот. Ну, вкратце. Кстати, на этот ролик меня сподвигнул один подписчик, который как раз-таки написал, что там он, что там этот чувак. С ником Хахуха. Вот. Тебе привет. А, ну и короче. Вкратце сейчас расскажу. Я его вижу периодически, мы даже с ним не здороваемся, то есть я прохожу, смотрю, немного улыбаюсь, он просто отворачивается, ну, лишь бы со мной не остановиться, не побазарить, да, стал пиздец гордый, да, ну, я его сам послал, лично я сказал, да пошел ты, блядь, я с таким человеком вообще нахуй общаться не хочу, то есть примерно так я ему написал, вот, после чего он обиделся, он гордый, да, такой, он гордый только с мужчинами, а с женщинами он половая тряпка, блядь, ебаная. Ну, я думаю, если вы видели ролики, вы это про это уже прекрасно знаете. Ну вот, как его жизнь идет, как он поживает. Во-первых, начну с того, что вот с той прошмандовкой, да, которая с него тянула бабки, он полностью разорвал, это еще было при мне, он там меня просил встретиться, но это еще тогда, давно-давно было. Вот. Короче, она уехала в Москву. Он, конечно, хотел продать квартиру, да, свою, которую родители ему подарили, однокомнатную, и поехать за ней в Москву, чтобы снимать квартиру там себе и квартиру ей, то есть жить даже в отдельных квартирах. Ну, я ему говорил, какой ты долбоеб, все такое. Ну, я же потом его матери сказал. Ну, вы посмотрите лучше, чтобы вам знать это все. Ну и вот. И, короче, потом мы перестали общаться, и через полгода примерно он на сайте знакомств познакомился с новой девушкой, вот, она уже гораздо лучше, чем та, это во-первых, во-вторых, более такая продуманная, так скажем, ну, в каком плане, она менее такая бессовестная, да, можно сказать, и более умная, вот, она смекнула, как я и говорил в тех роликах, что по-любому когда-нибудь появится та, которая поймет, что, блядь, такого дебила, который готов тратить всю свою зарплату, там, работать ради нее, все для нее делать, там, ноги целовать и так далее, надо его взять в оборот. И такая, конечно же, нашлась. Внешность у нее, ну, такая, фигура, ну, средняя, ну, то есть, ну, средняя девчонка, вот, очень общительная, такая лидерша, ну, я заходил к ней на страницу, видел видосы, пиздец, она лидерша. Именно я говорил, когда со знакомыми людьми, когда обсуждал его историю, я говорил, что найдется когда-нибудь такая, которая будет такая доминирующая баба, да, которой не нужны вот эти альфачи, а которой нужен жесткий подкаблучник, который будет выполнять все ее прихоти, который будет в качестве раба, да, исполнять все ее желания, отдавать ей зарплату там, и так далее и тому подобное. Вот. Как раз таки, как я и предсказывал, так оно и получилось. Такая, конечно же, нашлась. Откуда я это знаю? Ну, я говорю, я посмотрел ролики на ее странице, ну, и периодически захожу, смотрю фотографии, ну, мне интересно. Вот, она полностью поменяла его гардероб, поменяла ему прическу, поменяла ему весь образ. Я это знаю, почему она? Потому что сам он никогда бы на это не пошел. Он абсолютно бесхарактерный, и никогда бы он этого всего не сделал. Но когда попадается такая лидерша, да, такая доминирующая баба, она, конечно, полностью им руководит. Но, я не скажу, что это плохо, потому что этому оленю нужна была только такая. Сколько я с ним общался, если я ему говорил, в смысле, блядь, девушка, она должна быть такая скромная, покладистая, такая покорная, послушная, такая мягкая, ласковая, там, и так далее. Он такой... Нет, девушка, он мне говорил, девушка должна быть веселая, общительная такая, которая любит везде ездить, которая шутит постоянно, которая там рассказывает истории, душа компании. Я говорю, блядь, ты долбоеб,
Ты какого-то альфа-чая, не знаю, расписываешь, блядь. Я говорю, мне наоборот такие не нравятся, ни в коем случае. Максимум там, ну, конечно, пару палок можно, но что касается отношений, ну, это пиздец, я с такой не выдержу и недели. Я вот часто со своей мамой разговариваю, да, мы с ней хорошо общаемся, хорошо ладим, она у меня как раз-таки из таких мягких, нежных, женственных, женщин. Видимо, поэтому мне подсознательно такие нравятся в том числе. Вот. И, соответственно, мама мне часто говорит, что, ну, когда я ей описываю какую-то девушку, да, которая такая, как ее называют олени, с характером, женщина с характером. Не с характером, блядь, а стерва, нахуй. Такая доминирующая бабища, да, стервозная, такая прям, вот, испорченная максимально, грубая такая, вот, лидерша. Это абсолютно все не женские качества. И это она не, блядь, она не с характером. Это нихуя не характер, блядь. Это дерьмовый характер. Вот если вы говорили с дерьмовым характером, я бы еще вас понял. Но никак не с характером. Надо называть вещи своими именами. Стерва, грубая, такая, доминирующая. Вот эти слова прекрасно описывают. И вот когда я описываю какую-нибудь такую девушку, да, вот, какую-нибудь истеричную, стервозную и так далее, и я говорю, а представляешь, мам, если бы вот мне такая попалась. И мама мне всегда, ну, зная мой характер, да, такой, который не любит, когда мне навязывают какое-то мнение, не дай бог, мной кто-то командует там, но это вообще невозможно. Вот, и она всегда говорит одну и ту же фразу. Да вы бы с ней даже дня не смогли бы. Какой там неделю, даже дня вы бы друг друга перегрызли там, и друг другу там, я не знаю, передрались бы и вообще там, какой там неделю, ты день даже с такой она, ни она с тобой, ни ты с ней не продержишься. И это как раз-таки факт. Потому что те, которые пытаются командовать, мне не нужна мамаша, как вот ему. А ему, наоборот, от этого в кайф. Поэтому он очень любит и мечтал именно о такой, которая будет лидерша, душа компании, доминирующая, будет все сама говорить, куда мы едем, что мы делаем, полностью жизнь расписывать. А он в позиции маленького ребенка. То есть ему это как раз и было всегда нужно. Ну вот, он познакомился с ней, получается, полтора года назад. Ну, чуть меньше, чуть больше года назад. Ну, я это по фоткам все увидел. Ну, конечно же, начал там дарить подарки, возить в кафешки, водить за город, да, все, естественно, за свой счет, но это понятное дело. Вот. Но она, как более хитрая, она подружилась с его мамой. Вот. Они стали такими подружками. Скажет, ну, мать скажет, давай ты нашего дурачка не бросай, он для тебя все будет делать. Ну, а девка-то хитрая, она смекнула все. И, короче, взяла его в оборот. Вот. И, короче, вот они встречались, он ее везде возил, познакомил ее с родителями. Она уже к его матери, его мать рядом тут живет со мной, она уже ходит без него к ней домой. То есть, ну, они такими подружками стали, это тоже так себе знак. Вот. В итоге он виноватый будет просто и для своей жены, и для своей матери, и для их двоих вместе взятых. То есть полная хуйня. Вот. Они, короче, поженились, получается, осенью 2023 года. Она такая яркая, эмоциональная, общительная, обожающая компании, обожающая кипиш. Я таких не люблю. Которой нужны постоянные поездки, которая не сидится дома, которая не любит спокойную жизнь. То есть все, что мне нравится, в ней нету. Все, что мне не нравится, в ней есть. Мне нравятся спокойные девушки, которым нравится там находиться здесь рядом, там смотреть фильмы, спокойные какие-то прогулки по вечерам, там, ну что-то такое, а не так, что какие-то там экстремальные там поездки, там что-то это, то сё, пятое, десятое, какие-то гости постоянные, какие-то мероприятия не переставая, да, постоянно какое-то общение со всеми, куча друзей, куча подруг, нахуй это надо, блядь, наоборот, я всегда говорю, если девушка такая, лучше ее избегать. Ну, для этого оленя, конечно же, все наоборот, то есть в его оленей жизни
Именно в этом и является счастье. Я уверен, что она, ну, такая не глупая девчонка, но в миллион раз поумнее его. Вот. К слову о том, что женщины глупее мужчин. Они, конечно, глупее, но не каждая женщина глупее каждого мужчины. Нет. Некоторые мужчины настолько дебилы, что там любая женщина гораздо умнее и хитрее, и вообще там, я не знаю. Вот, я думаю, она им грамотно манипулирует, но это понятно. Он ей, естественно, сразу в первую секунду отдал все лидерство, которое у него, в принципе, отродясь и не было. Вот. И она, наверное, так по-хитрому ему говорит, типа, ой, вот ты же такой мужчина, там все такое. А ему достаточно это сказать, и он расшибется в лепешку, да, на вторую работу пойдет устраиваться и так далее. Вот. Короче, они поженились. Постоянно везде ездят. Не знаю, будет ребенок или нет. Вот. Но если будет, если она скажет там, давай двушку возьмем, ты свою продай однушку в ипотеку. Ну, естественно, он возьмет. А ребенка, ну, конечно, какой ему ребенок, он сам ребенок. Но он, конечно же, будет заводить, у него там права голоса нету. Но только что она такая оторва, которой дети, в принципе, не нужны. Но все-таки на женщин часто влияет окружение, воспитание, и поэтому она может попасть, в эту хрень, да? То есть, ну, вроде ей это не надо, но она может все-таки это сделать. И, короче, я смотрю, он работает там по пятидневке, да, на заводе. Как на том он заводе 5 лет на вредном производстве пропахал, да, чтобы за 5 лет всю зарплату за 5 лет потратить на какую-то шалаву, с которой, блядь, не целовался, сука. Я до сих пор это всем рассказываю, все охуевают. И до сих пор сам в это не верю до конца. Не, я знаю, что это так было, но это какой-то пиздец. Вот, и сейчас он также работает на заводе по пятидневке. Она, ну, насколько я понял, она вообще не работает, потому что мало того, что я ее часто вижу в будние дни, то утром, то днем, так еще и она, я вижу под фотографиям, ездит в будние дни, когда он работает на заводе. Она ездит за город с подругой, с ночевками. Подруга у нее такая вся из себя, такая, ну, современная такая, прям видная, с которой лучше не дружить. Хотя она сама-то, блядь. Вот. Он ее отпускает с подругой ночевать, ездить за город на озеро, где много уверенных пацанов, которых с удовольствием, как сучек, их будут драть всю ночь. Вот. Вообще без проблем. Она же скажет, ну ты же мой хороший, ну ты чё, ну я просто с подругой. Сейчас она выложила, вот буквально я специально зашел, посмотрел, она ездит без своего мужа, со своим другом детства, да, ну, скорее всего, детства, ну, она его просто называет мой друг, вот, вдвоем с другом ездят на озеро, отдыхают, блядь, ебать, то есть вы прикиньте, ему мало того, что он там так как позорился, теперь он, блядь, в браке позорится, но тут хотя бы он получает секс. Это все меняет дело вообще. Вы не понимаете, это другое. Вот. И, короче, ну, все понятно с ним. Она всю жизнь будет на нем ездить, сидеть у него на шее, нигде не будет работать, он будет пахать, все здоровье отдавать ради него. Это пока она, я уверен, еще скажет, да нахуй ты мне нужен в субботу-воскресенье тебя еще видеть. Иди лучше вон в такси подрабатывай. Вот. Каков я вижу финал этой истории? Финала я вижу только два. То есть даю 99%, что какой-то из этих двух финалов будет в конечном итоге. Первый вариант. Она уйдет от него. То есть я не знаю, сначала, допустим, он возьмет ипотеку, а потом она залетит от него. Ну, не залетит, а они по взаимному решению заведут ребенка. Вот. И, соответственно, после этого она его поставит на алименты и уйдет кому-нибудь другому. Вот. Попилив, соответственно, ипотечную квартиру, которую он благополучно выплатит. Либо это может быть второй вариант. Все-таки она такая баба с характером, да? С доминирующим непригодным характером. И, соответственно,
она может, ей может вполне устраивать такой вариант, что у нее есть личный карманный раб, который будет исполнять все ее прихоти, и уходить она от него никуда не будет. Максимум будет говорить, давай ты куда-нибудь на более богатую работу, да, высокооплачиваемую устраивайся. Он будет это делать, будет приносить деньги, она будет их тратить. Вот, он будет пахать на ее, чтобы она жила беззаботно и не работала. Вот, а она будет благополучно изменять с каким-нибудь более уверенным, да, мужчиной. Вот, а он будет это все не замечать, либо закрывать глаза, прощать. Вот, ну я думаю, он никогда этого не заметит и даже не поверит в это никогда. Вот, оленья жизнь, она такая. Вот такой вот ролик для всех, кто хотел узнать, что с ним произошло и вообще как он живет. Пишите свои комментарии. Кто не видел, я прям ссылку на плейлист оставлю. Заходите, смотрите все серии, потому что это охуеть, блять. Таких историй вы еще не слышали. Все, давайте, всем счастливо. Пишите комментарии, ставьте лайки.